Я не получил никакого образования. Я был простым матросом и плавал по всему миру. Детство мое также было тяжелым. Я рос в детском доме, и никто не верил в меня. Никто никогда не думал, что я смогу достичь хоть какого-нибудь успеха. На мне словно был штамп, но у меня были мечты, настоящие, большие мечты об успехе, как у всякого молодого человека. И однажды...